Сборка ручного молока отсоса Amarill. Возьмите белый лепестковый клапан за широкую сторону и вставьте в основание воронки со стороны резьбы. Зафиксируйте. Перед сборкой проверьте клапан на наличие капель от молока и других частичек. Затем прикрутите бутылочку к основанию воронки. Возьмите мембрану с поршнем и поместите ее в воронку открытой частью вверх. Наденьте зеленую крышечку так, чтобы центральные линии на крышке совпадали с линиями на воронке. Затем поверните крышку по часовой стрелке примерно на 0,5 сантиметра. Соедините рычаг с крышкой и закрепите его легким нажимом вниз. Ваш Amarill теперь готов к работе. Ardo Amarill позволяет вам быстро и легко откачивать молоко с помощью рычага, устанавливающегося как слева, так и справа, и поэтому он идеально подойдет для любой руки.